В общем, это первая техника для BSG Freaks из этого зала. И, естественно, в моем исполнении это будет треугольник. Но треугольник не из закрытого гарда, а из ларивы. Для этого мне нужен человек, потому что ну, обычно я треугольник делаю на человеке. Итак, мы попали в позицию доларива. А сейчас мне нужно отставить ее ногу назад и передать руку под ногой. В этой позиции я зафиксировался и взял вторую руку. Мне нужно эту руку натянуть на себя, и я просто ложусь обратно, и она попадает в треугольник. Соответственно, чтобы закончить треугольник, мне нужно только сжать ноги. Еще раз. Доларива. Отставил ноги, сел. Из важного, эту руку я передаю под ногой, чтобы зафиксировать, хорошо ее натянуть. Вторую руку я вытягиваю в другую сторону. Ну, отсюда есть там классная вариация со свипом с помощью поджопника. Вот. Но сейчас же мы показываем треугольник, никаких свипов. Руку на себя, ложусь, накидываю ногу, фиксирую, накидываю таз. А сейчас получилось так, что ее плечо легло ей на колено. Для меня это еще лучше, потому что получается давление сверху и давление снизу. У меня получилось. Ребята, смелее находим себе пар. Увидели свободного, взяли за шкирба. Пожали руки, борьба. У кого нет пары, руку поднять.